любимое место на Корахам, на Капангане, это Корахам, одно из любимых мест. Идем на Капанган, и она тоже, это очень ей нравится это место, они тут рыбок все время кормят. Ко по-тайски это остров, Рахам это название места. Вот это слева от Карахама находится Secret Beach. Прекрасен даже в не очень хорошую погоду. Хотя для нас такая погода это прекрасная, потому что не так жарко. Вот он Карахам волшебный, и к нему очень волшебная дорога. Вот она. Идешь по этим красивым местам и удивляешься, что тут можно увидеть. Много-много всякого арта. Такая русалочка Леди Бой. Тут рыбешечка золотая, загадываю желание. Качелька. Садись, покачаю. Большая качелька. Давай покачаемся вдвоем. Такая вот из таких артовых штучек. Можно йогу делать. Но это еще не все. Сейчас вы увидите, почему я люблю это место. Ребята не спят, второй этаж уже построили. Вот здесь бар переделали, кто помнит, тут этого не было бара. Перенесли, переделали. Ну, давайте в секретку зайдем вместе, чтобы изумиться этому. Корахам, запоминай. Вот здесь даже написано, что тут дайвинг эрия. Вот оно, волшебство начинается. Вот ноги идут сюда, а глаза видят это. Вот тут девчонки. Beautiful people. Очень beautiful. Очень beautiful. Отлично. Вот, welcome. Вот он, Карахам. И что здесь самое такое примечательное? Вот здесь плавают рыбки, которые сейчас приплывут и будут кушать хлеб. И их будет миллион. Как будто больше столиков стало. Вот такая-то конструкция сделана из вот таких веток.
Так что вот такой вот волшебный Карахам. И никого нет. Ну, здесь очень обычно много людей появляется. Так что, друзья, чао, бамбино, сори. Вот он такой маленький репортажик для тех, кто это место знает или пока нет. Good luck всем людям на земле.